связи с установившимися низкими температурами и образовавшимся ледовым покрытием на водоемах района в рамках имеющихся полномочий возобновлено проведение инструкторско-методических рейдов с любителями выхода на неокрепший лед. В данном мероприятии принимали участие представители ГИМС, водной полиции, спасатели, сотрудники управления. Целью данных рейдов является проведение пропаганды безопасного поведения на льду, а также способом оказания само- и взаимопомощи в случае экстренных ситуаций. Понятно, что работники такие, как не штрафуют, ситуация принципиально не изменится, но тем не менее, к мерам профилактики нужно продумать еще меры и административного воздействия. Поэтому совместно с административной комиссией продумать этот вопрос, и эту работу нужно будет усилить.